Провизию выдают детям, которые получают бесплатное питание в школах. Это дети с 1 по 4 классы, а также ученики с 5 по 11 классы из малообеспеченных семей. В общей сложности планируется выдать 1326 продуктовых набора. Согласно указу главы Десногорска, в продуктовый набор входит 13 ингредиентов. Это крупы, сахар, консервы, сладости, даже есть шоколад. Все согласно ГОСТу и действующим нормам Санпина. Например, в 4-й школе таких наборов 370. Их выдают родителям с соблюдением всех санитарных норм, которые действуют в период неблагоприятной эпидемической обстановки. Введены дополнительные меры в виде приостановки допуска обучающихся и их родителей в образовательные учреждения. Поэтому выдача продуктовых наборов у нас организована через центральный вход и выход родителей через запасной выход. Выдача продуктового набора родителям или законным представителям ученика проходит в школах Десногорска 23, 24 и 27 апреля. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.